Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dead Island. В последней серии мы... Чем мы занимались в последней серии? Я, честно говоря, не помню. Разобрались мы, по-моему, с гидрантами пожарными. И сейчас нам нужно вместе с Джузеппе выходить и встретиться... Или Джозеф, как его там? Джозеф или Джузеппе? Ну вот он, в общем. Идти с ним куда-то. Не знаю куда, принести то, не знаю что. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Это печально. Потому что я не люблю никого защищать, ну ладно. Yeah. Thank you. Well, let's go then. Надеюсь, ты довольно-таки сильный парень, потому что иначе у нас могут быть проблемы. Так, здоровье у меня вроде полное. Возьмем, пожалуй, биту. Она гораздо лучше откидывает. Так что нам это может пригодиться. Так, нам далеко, интересно, идти вообще, нет? Надеюсь, что нет. Куда именно? Ой, ой, ой. Тихо. Да, братан уже убежал, а я все тут туплю. Давай, давай, пошел. Хорошо. Так, баксы с тебя возьмем. Выпьем один энергетик. Ты, братан, не убегай, блин, вперед. Вот это может печально закончиться все. Ладно, куда-то забираемся. Тихо. Пацан еще больше меня, похоже, от этих криков обосрался. Ты уверен в этом? Так, ну ладно. Твою мать. Катина! Блин, выдохся. Подожди, не вставай. Ох, ну ладно, он хотя бы может за себя постоять маленько. А то я уж думал, все совсем плохо. Так, братан, тихо, далеко не убегай. Довольно быстро выдыхаюсь я с этой дубинкой, надо сказать. Но бьет она, конечно, знатно. Так, Джозеф, я начал тебя уважать. Да ладно. Ладно, хоть он есть. То без него нам было бы довольно-таки печально тут находиться. А что мне у него надо? Мне у него ничего не надо. У меня все есть. Так, он тех, что ли? Да говно вопрос. Ох, как тише это свернуло. А, руку? Ну ладно. Хрясь прямо в башку. Давай, Джозеф, пойдем. Ну, что-то мне неспокойно тут, надо сказать. Давай, пойдем со мной. У нас рынок какой-то местный. Рынок. Тихо, блин, далеко не убегай, подожди. Давай, Джозеф, помогай. Молодец. Ну
Блин, Джозеф вообще отличный парень у нас. Только все убить никак не может. Вот так надо. Ну ладно, все равно молодец. Не дал себя в обиду, и ладно. Это самое главное. Давай, давай. Это ты не останавливайся. Я тоже привык бегать. Так, это, я надеюсь, не полицейский участок? Вроде нет. Так. Вашу мать. Да. Идем, идем, идем. Валим, валим. Давай, Джозеф. Блин, долго дорога. Обалдеть. Блин, где мы вообще по карте уже? Охренеть, мы прошли, конечно. А да не так уж и много. Ладно. Да подожди. Тихо. Джозеф. Давай, Джозеф. Давай, давай. Так, а мы, судя по всему, подошли куда-то, что ли? Сюда, нет? А, ну да. В канализацию? Да ты гонишь. О, как я ненавижу канализацию. Обалдеть. Если уж в городе такое творится, что ж творится в канализации? Это ж просто, наверное, жесть. Okay. Так, новый уровень. Доступны новые модернизации. Давайте посмотрим. 18 уровень. Что у нас здесь? Здоровье. Прочность. Вот это вот мне еще, пожалуй, пригодится. Я качаю, как вы заметили, практически исключительно эту. По-моему, все-таки мне пора маленько и тут посмотреть тоже. Оружие приходит в негодность медленнее. Давайте вот это возьмем. Оружие приходит в негодность медленнее. We need to close the valves and raise the floodgates to lower the water level. Will you help me, friends? Мы тебе поможем. Только я один. Let's get to work then. Так. Починить мою дубину, я так понимаю, сейчас негде. Давайте тогда злобный этот возьмем. Ты посмотри, а, что творится. А, ты типа меня там будешь ждать? Ну ладно, мне так спокойнее будет, я думаю. Я даже рад. И вроде как здесь не так много зомби. А, вон они. Ой, только не... Чуть сам не упал. Так, ладно. Чё, кушать хочешь? Ну, не вставай, подожди. Прыгай. Прыгай, прыгай. Так, а как мне туда попасть к нему? Блин, жалко оружие выкидывать. У меня ничего не нужного, нет? Нет, к сожалению, нет. Не буду кидаться. А, так, второй вентиль. И что дальше? Там у нас взрывной, похоже, зомби, да?
Блин, да что-то неспокойный такой. Видимо, мне понизу надо пройти, потому что что-то сайгачить по этим ящикам как-то не особо охота. Так, ладно. Пока что все неплохо получается, мы справляемся. Что у нас здесь? Здесь у нас вентиляционные, похоже, пазы. Хотя могу и ошибаться. Ой! Ты что, упал таки, что ли? Да, и причем убился, похоже. Ну ладно, соблюдать технику безопасности надо. Ключ. Тоже пригодится. Так, где-то здесь взрывной зомби. Поэтому надо быть крайне осторожным. Что ты какой, а? Все, ладно. Где же этот гад? Я его слышал. А вон он. Добрый день. Все нормально. Метод работает. Подбежал, бежал, называется. Так, сейчас это мы включим, это успеется. Сначала мы попьем. Посмотрим, что у нас на столе. Какой-нибудь факт наверняка. Или он персональный ID. И что у нас здесь? Шестеренки. Шестерни войны. Так, нажимаем, включаем. Ой. А ты, мать твою, кто такой? Бумер, что ли? Вот тебя только и не хватало, да. Ой, меня это не радует. Так, ладно, посмотрим, что у нас здесь. Я надеюсь, он Джозефа нашего не убьет. Так, собрать мы ничего не можем, я так понимаю, да. Починим. Все, в принципе. Что за радио? Радио ничего. Алкоголь. И погнали. Подождите. Штурмовое ружье, как я мог такое пропустить? Что для него надо? Это мы будем собирать. Так, штурмовое ружье. Требуется тяжелый пистолет, две батареи, две металлолома, две магнита. Понятно. Оглушить любую цель при помощи мощного. Хорошо. Будем иметь в виду. И это ж... Так, ладно. Блин, ой, как бы не упасть. Ну вот. За что боролись, на то и напоролись. Скотина, ты что делаешь-то? Так, ушел. А, ладно, не буду к нему спускаться. А где там этот жертвец? Со здоровым... Ой. Со здоровьем у меня, конечно, все печально. Полицейский. А! Да что ж такое? Чё-то часто стали убивать. Надо как-то, блин, тактику менять, что ли? Ну, в принципе, ладно. Да, блин, ты козёл. Вашу мать, он еще и плюет. Что ж вы не дохнете, а? Ой. Ладно, и что мне с тобой делать? У меня есть, конечно, одна идея. Блин, к сожалению, газового баллона тут нет. Как мне казалось изначально. Придется пробовать в рукопашную. Я не думаю, что это самая лучшая идея, но выбора у нас особого нет.
Так, погнали. Тихо. Сука. Кислотный, мать твою. Блин, а. Не такой уж и сложный в итоге оказался. Скорее, как вот и если как поддержка он будет при более сильных монстрах, вот это будет настоящая главная боль. Скажем, 2 амбала. И вот этот, это будет печально. Так, ладно, канализацию мы вроде расчистили. Теперь надо отпереть ворота. Блин, канализация жесткая, жесткая. Ничего не скажешь. Энергетик. Попьем его. Ведь лежащий в канализации энергетики, это так вкусно. Ну да ладно. Тихонько, осторожно. Отвинтили проволоку. Как говорят, проволоку. Идем дальше. Интересно, что же Джозеф за мной не идет. У него, видимо, мозгов хватает не соваться во всякие клоаки. А я тут отдувайся. Ладно, туда мы не пойдем. Нам сюда указывает дорога. Так что ну его нафиг. Еще энергетика, там кто-то встает не очень приятный. Мост нахер. Твою мать. Как я не люблю такие места. Ой, жесть. Куда я попал? На какой хер я сюда сунулся? Зачем я этим занимаюсь? Надо было взять байдарку, плыть нахер с этого острова. Бляха-муха. Лазаю по какой-то канализации. Твою мать. Я что, застрял еще, что ли? А, понятно. Блять, что ж с тобой не так, а? Уйди! Уйди, надо отдышаться. Надо выбираться, ебени матери, отсюда. Какое жуткое место. Так, 50 метров осталось. А где-то здесь у нас... видимо, вот тут. Блин. Тихо. Попьем энергетика. Это мне явно не помешает сейчас. Посмотрим, что за этой дверью. О, это хорошо. Фу, блин. Молотов можно собрать. Но это хорошо. Молотов нам пригодится. Модификация яд. Энергетик. И починим наше орудие убийства. Так, куда моя бита делась? Черт. Палец мы поставим вместо, скажем, вот этого. Ладно, погнали. Ну прыгай, ёп. Где-то взрывной рядом. Это плохо. Ну, давай, иди сюда.
Иди сюда. Мне показалось. И, слава богу, показалось. Так. Вон он, сука. Вон еще один. Вашу мать. А, только не взрывайся. Твою мать. Достанет же все равно. Уходи, уходи. Здесь нет никого вкусного. И нет никого, ради кого стоило бы взорваться к херам. Так. Как я хочу выбраться из этой канализации. Я уже скучаю по городу. Это же охренеть. Бряси. Мне, конечно, не сюда, но... Блин, мне нужно маленько почувствовать себя в безопасности. Слишком уж там жопно. Так, давай, бери персональный ID. Ох, там дневной свет, как там хорошо. Даже временами вспоминается амнезия. Конечно, там коллектор был гораздо страшнее. Но, тем не менее, тут жутко именно ввиду того, что... Твою мать. Где нахер? Ладно, хоть двери есть. Если бы двери не было, я бы тут просто... Я бы не знаю, что я бы сделал. Ну чё? Вот он я. Возьми меня. Это там, судя по всему, толстячок кричит. Или нет, вон амбал стоит. Это плохо. Так, отлично. Биться с амбалом в замкнутом помещении. Это очень весело, я думаю. Ну чё, скотина? ПВП или засал? Блин, да чё ж всё-таки мощные эти сволочи, а? Так, одна рука, судя по всему, сломана, да? Нет, я не буду тратить на тебя молотов. Не проси. Даже не проси. Да что ж ты, блин, не тем боком все ко мне. Все отлично. А теперь, дружок, я познакомлю тебя со своим ножиком. Он, конечно, короткий, но режет хорошо. Тебе, я смотрю, понравилось. Мы подобрали бо. Метлу мы, пожалуй, подбирать не будем. Фух, ладно. Что у нас здесь? Здесь у нас небольшой уголочек отдыха. Это радует. Так, ну что? Персональный ID очередной. По рации у нас что как? Ничего, тишина в эфире. Что за бо? Урон охренеть! Блин, мне нужна эта штука. Давайте ее еще прокачаем, это будет нашим очередным орудием массового поражения. Так, оно у меня стоит где-нибудь? Нет, давайте мы его поставим. Это нам явно пригодится.
Так, ну, пожалуй, ты займешь место. Вот это... Нет, лучше вот, вот это. Бой это шест, что ли? Как у Донателло. Из черепашек-ниндзя, как вы поняли. Я сначала не поверил, потому что была иконка молотка. Но в итоге это на самом деле шест, боевой шест. Сохранительной дальности удара. А нам тем временем все-таки надо бы выбираться отсюда. Ну-ка не проходи сквозь стены. Ты пройди мне еще. А мог бы жить. Ладно. Ух ты. Там где-то бомбисты, я слышу. На кой хер вы так резко встаете? Взрывайся, взрывайся. Давай. Все, я надеюсь, тех убила. Блин, вот это вот. Вот это, по-моему, я не знаю, тут уже сложно сказать, кто где. Но, блин, эта зомбятина меня напугала. Ох, как охота выбраться отсюда. Пожалуйста, выпустите меня. Выпустите меня, кедрине фини. Так, я надеюсь, это нас не ошпарит. Нет, раз его не ошпаривает. К сожалению, кстати говоря, то и меня не ошпарит. Там еще кто-то встает. Хорошо, тут ничего хорошего. Нож для тростника. Нет, пожалуй. А давайте возьмем. Продадим хотя бы. Если будет где и будет кому. Так, ну что. Понял. Давайте чиниться. Бо мое довольно сильно пострепалось. А, ничего тут больше взять нельзя. Ну ладно, пойдем покажем тому наглецу его место. Ты где? Твою мать! Ладно. Ням-ням-ням. При каждом убийстве противника урон. Даже не знаю. Даже не знаю. Случилось вот это вот. Отлично. Так, и теперь уже 19 уровень, обалдеть, что-то я уровни набираю, как на дрожжах. Расту. Так, внизу это амбал, да? Точно. Ха-ха! Это хорошо. У меня есть пистолет с патронами, и вы молчите. Да как же так? Хотя он мне тут, конечно, не особо нужен, но, блин, все равно. Как это я мог пропустить? Ой, ой, ой. Как я мог пропустить?
такую деталь. Сюда его. А, все теперь. Один патрон, что ли, был? Давай, гоните. Ну ладно. Мне этот патрон сильно помог. Не буду врать. Ладно, тут у нас завал. Тут у нас кровавая баня. Мясо кровище. Тихо. Тут еще кого-то порвало. И даже тут взрывного порвало. Это какой бы какой силы взрыв был, что даже тут врага взорвало. Ну ладно, меня это радует. Так. Вроде бы там никого. Ладно, я, конечно, в ящике там пропустил энергетики, но мне вроде как и не надо. Так, отправиться в ратушу. Глава 7. Хорошо. Когда вы бежите или делаете замах оружием, вы расходуете выносливость. Спасибо, Кэп. Я бы в жизни не догадался. А, ну ладно, я думаю, мы на этом закончим эту серию. По ратуше уже будем ходить в следующий. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.